Птичий грипп теперь в Алма-Атинской области. На одном из предприятий всего за несколько дней пало 122 тысячи кур. Сейчас на месте работают ветеринары, а птицефабрика закрыта на карантин. Репортеры КТК узнали, что часть несушек уже сожгли на спецполигоне, а в районе, где выявили опасный вирус, началась обработка. При этом вводить жесткие меры в области пока не собираются, заявляя, что ситуация под контролем. Бауржан Апсиитов передает с места событий. Попасть на территорию одной из самых крупных птицефабрик области сейчас невозможно. Предприятие закрыли на карантин, а весь персонал на время отправили домой. На прошлой неделе здесь в боксах начала массово погибать птица. Сначала от опасного вируса пало 12 тысяч кур, а позже это число достигло 70 тысяч. Сегодня ветврачи озвучили новые данные, и они еще больше. На сегодняшний день около 122 тысячи голов погибло. Ну, в настоящее время уже падеж приостановился. Да, сейчас уже ситуация как бы стабилизировалась. Несмотря на это, на территории продолжают работать специалисты. К ним подключились и ветеринары из столицы. Они уже отобрали необходимое количество проб, чтобы установить точный диагноз. У нескольких павших птиц опасный вирус уже подтвердился. Владелец предприятия говорит, что падеж был только в одном корпусе, а уже после начал распространяться по другим. Мы сразу же установили запрет на вывоз всей продукции с территории птицефабрики. Бригады продолжают обрабатывать периметр, чтобы птичий грипп не распространился дальше. Сейчас чиновники выясняют, как опасная инфекция могла попасть на птицефабрику, а ветеринары заявляют, что предприятие не проводило массовой вакцинации, которую власти объявили еще 2 месяца назад. За это время по области было привито свыше 7,5 миллионов птиц. До сегодняшнего дня вот именно Алсадом Казахстан вакцинация кур против гриппа птиц не проводилась. Они составили договор с российской компанией BioVet на поставку вакцин. Все оплаты были произведены, однако поставка вакцин почему-то до сих пор не осуществилась. Вводить карантин из-за птичьего гриппа на территории Алматинской области чиновники не стали. В самой же зоне, где был выявлен птичий грипп, были заново проверены несколько птицефабрик. Владелец предприятия, где массово пала птица, получит компенсацию. Сейчас специалисты устанавливают ущерб. До конца недели на предприятии уничтожат оставшиеся 523 тысячи кур. По словам специалиста, все они были в контакте с павшей от гриппа птицей. Добавлю, что на спецполигоне уже уничтожено свыше 100 тысяч тушек, а в радиусе 5 километров от птицефабрики началась тотальная дезинфекция. Боржан Ситов, Алмаз Нурдос, КТК, Алматинская область.